Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема нашего урока сегодня – обработка боковых карманов спортивных брюк. Сегодня для нашего урока нам понадобятся выкроенные ранее и сшитые, собранные передние половинки брюк, а также мешковины кармана. Также нам пригодится полоски флизелина, ножницы, швейная машина. В первую очередь нам необходимо вырезать полоски флизелина по форме нашего кармана. С изнаночной стороны накладываем флизелин на срез кармана и с помощью утюга проклеиваем срез кармана. Теперь нам необходимо сложить лицевыми сторонами вовнутрь со второй мешковиной основную деталь по срезу кармана. Складываем, скалываем, и после этого необходимо проложить строчку на 0,7 сантиметра. Начинаем отстрачивать. После этого нам необходимо срезать лишний материал . Сделать рассечки и вывернуть нашу мешковину на изнаночную сторону кармана. После этого необходимо проложить строчку, связывающую мешковину кармана со срезами. Прокладываем строчку на расстоянии 1 мм от сгиба.
теперь необходимо проложить декоративную строчку по линии входа в карман на расстоянии 0,4-0,5 сантиметра. После этого нам необходимо сложить вторую мешковину кармана с первой мешковиной лицом к лицу, накладываем друг на друга и скалываем. Прокладываем строчку на 0,7 сантиметра. Далее нам необходимо обработать срезы мешковины кармана на верлоке. Те же самые операции нам необходимо проделать со вторым карманом. Мы закончили обработку боковых карманов. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. До следующих встреч!